Ткачук, компания How to Spain. Сегодня мы с нашей командой находимся в Мадриде для того, чтобы узнать несколько интересных вещей о подаче на студенческую визу от нашей клиентки и заодно передать ей банковскую карту. Поехали! Наконец-то уже встретились с нашей клиенткой Евгенией. Мы вместе подавали документы на студенческую визу, помогали собирать пакет документов, сопровождали на открытие счета в банке и буквально несколько дней назад уже получили положительное решение по студенческой визе. Хотели встретиться с Евгенией и обсудить, возможно, ваши впечатления о работе с нами, как все было, и вот предусловие, да, как вы приехали в Испанию и что было до этого. Я думаю, тут стоит очень четко разграничивать впечатления от процесса работы с вами, поскольку впечатления исключительно положительные, и впечатления в целом от процесса получения визы ввиду текущих условий, потому что действительно сейчас это не так просто, и я пыталась изначально подать, до того, как я обратилась к вам, я пыталась подать документы самостоятельно в российском консульстве, но, соответственно, получила отказ, поскольку в России практически не выдаются сейчас студенческие визы. И, собственно, обратившись к вам, мы обсудили, что вполне себе возможно получить эту визу непосредственно из Испании. И я чертовски рада, если честно, потому что это очень критичный вопрос для меня был сейчас, этот переезд, и вам я очень благодарна. Могу рассказать подробно, ну не подробно, а вернее такими майлстоунами, какие основные этапы мы прошли. Изначально помогли мне с пакетом документов, поскольку он несколько тоже изменился относительно стандартного. Далее, самое, наверное, ключевое, основное и для меня критически важное – это открытие счета, как вы сказали, и получение карточки. Поскольку, будучи нерезидентом страны, очень сложно, практически, я бы сказала, невозможно открыть счет в банке. У нас это получилось, и вы не просто меня проинструктировали, но и сопроводили в банк. Отдельно вам за это спасибо. Спасибо большое. Да, это входит в пакет услуг. Мы очень рады, что можем как раз предоставить такую услугу. Поскольку моя проблема еще в том, что я не говорю на испанском, и мне нужна была помощь не только, даже если бы чисто теоретически я смогла бы договориться, но я не смогла бы это сделать на таком лингвистическом уровне. Поэтому огромное, да, спасибо за это. И еще тоже такой комментарий, наверное, валидный с моей стороны. Я человек весьма тревожный и критически относящийся как к своей работе, так и к услугам, которые я приобретаю. И в данном случае я могу сказать, что уровень именно сервис-левел, предоставление услуг очень классный. Я довольна осталась, поскольку я довольно-таки притязательный клиент и задавала безумное количество вопросов вам, в частности, вы в курсе, но вы всегда были на связи, отвечали весьма оперативно, успокаивали даже в каком-то психологическом, эмоциональном плане меня, что было тоже немаловажно, поскольку период был такой очень-очень стрессовый и напряженный. Очень-очень это здорово, и, честно, я редко соглашаюсь на какое-то интервью или обратную связь, даже не так часто даю. Ну, положительную я даю, но, как правило, это устная обратная связь. Вот, но тут действительно захотелось помочь тоже другим людям, которые оказались в такой же ситуации сейчас и хотят получить визу, что вполне логично и разумно. Я очень рекомендую, правда. Это не реклама, это, ну, я имею в виду не реклама за деньги, это искренняя, да, такая обратная связь. Хочется, чтобы, ну, вы помогли мне и помочь большему количеству людей. Для нас очень важно, чтобы люди знали, что получить студенческую визу в Испании реально. У нас действует пакетное предложение, при котором вы можете, купя курс с нами, получить полный пакет услуг, как получила Евгения, это сопровождение в банк на открытие счета в Валенсии, полная помощь в сборе пакета документов, организация присяжного перевода, отслеживание статуса заявки и уже полный сбор пакета документов уже до получения пластиковой карты. Нам осталось совсем чуть-чуть,
для получения пластиковой карты, и уже Евгения будет счастливым резидентом Испании. Что, кстати говоря, явилось для меня на самом деле сюрпризом. Это, честно говоря, я не думала, что после получения студенческой визы вы мне еще поможете с карточкой. Но это честно, это приятный сюрприз был. Для меня это то, как я, видимо, читаю контракт внимательно. Но это такой приятный бонус в моем случае. Потому что мы верим, что иногда бывает сложно заполнить некоторые пассы, заявления, тем более, если человек только начал учить испанский язык, пока не владеет на достаточном уровне. Мы очень рады помочь. Спасибо. Друзья, спасибо большое, что посмотрели наше видео. Обращайтесь, будем очень рады помочь, потому что наша миссия заключается в том, что любой человек имеет право выбрать там, где он хочет жить, на каком языке он хочет разговаривать. И я верю, что получение студенческой визы через языковые курсы или есть некоторые другие форматы очень полезно даже для кругозора.